Ну вот, друзья, видите, я зашла в очередную церковь, и мне даже сыграли на органе. Любезный мужчина мне сыграл на органе. Вот видите. Теперь все закрыл и пошел. А вообще, это вот очередная церковь, как вы видите, английская. Абсолютно the same, like everywhere, такая же точно. Сейчас покажу вам ее снаружи. Эта церковь называется Holy Trinity Church. Это в Бинстеде, Бинстед, Бембридж, город Бембридж или Виллидж, может быть даже. Вот мне сказали, что в одной из церквей здесь, в Бембридже, есть какие-то захоронения очень красивые старинных рыцарей. 1100-1300. Это самое годов. 1000. Ну, то есть, сколько тут лет? 900-800 лет назад захоронения. Я вот захожу. Те церкви, которые знаю, но, к сожалению, вот видите, никак. Что-то я не могу на них попасть. А эта церковь я зашла, она обычная весьма. Я просто включила камеру, потому что мне мужчина предложил сыграть на органе. А я не слышала, в общем-то. Ну и вот и включила, чтобы нам вместе послушать. Город Бембридж весьма обычный. Маленький такой городишко у нас на острове. Один из многих. В общем, я бы не сказала, что мне он чем-то нравится. Ну вот, а тут опять очень хорошее побережье, красивое. И очень хорошие бывают дома на побережье. Здесь есть кемпинги. Можно также на машинах приезжать, останавливаться, раскидывать палаточный какой-то городочек. Получается, что просто так, если что-то ищешь, конечно, не найти. Это надо знать точно уже тогда. Наверное, брать навигатор, если искать вот эти вот захоронения старых, старинных рыцарей. Ну вот, я думала, что я эту церковь знаю, может быть, в ней. Оказалось, нет. Чем еще может быть этот Бембридж известен? Тем, что здесь есть местный аэропорт. Личное владение кого-то, какого-то богатого джентльмена. Вот этот вот аэропорт в Бембридже. Он принимает и другие самолеты, но в основном вот такие вот маленькие планерные самолеты, наверное, как они называются, я даже не знаю, на двух пассажиров, на два, на четыре места, которые private летают куда-то в private. Ну, а вообще Бембридж такой городок чистенький, спокойный. Здесь, может быть, для меня вот не очень хорошо жить, потому что здесь нет никаких магазинов. Это надо ехать подальше куда-то. Аж здесь. Вот у меня, кстати, тоже спрашивали мои подписчики. А расскажите, какие есть магазинчики вот в маленьких таких вот деревушках, виллэдж, в маленьких городушках, где люди покупают хлеб свежий, где что-то такое покупают необходимое на каждый день. Вы знаете, что я могу сказать? Здесь такого нет, друзья. Это абсолютно другое все, я же говорю. Культура другая. И никаких вот таких вот маленьких магазинчиков со свежим хлебом или с молоком, который привозится, допустим, вот у нас в России специально. Здесь такого нет. Здесь все имеют машины. Вот вы, наверное, тоже заметили. Да вот даже и сейчас, вот посмотрите. Возле любого дома припаркована масса машин на улицах, везде. То есть практически каждый человек имеет машину. Сейчас машина – это уже не роскошь, как было когда-то раньше. Это просто средство передвижения, да. Ну и, в общем, а здесь-то это давным-давно так. Поэтому, так как все имеют машины, все и ездят
за продуктами в супермаркеты. Каждый в свой, каждый в свой находит какой-то интересный поблизости, который ему нравится. Ну вот, а маленьких магазинчиков здесь, конечно, и нет в помине. А вот есть такие маленькие магазинчики, которые держат в основном либо индусы, либо какие-то приезжие, я не знаю, афроамериканцы. Вот почему-то в основном держат эти магазинчики малюсенькие, вот такие вот пришлые, так скажем, приезжие иностранцы. Ну и эти магазинчики, там люди предпочитают не отовариваться. Это уж совсем, если вам что-то так сильно необходимо, вы знаете, что-то такое, вот вы забежали и купили. Потому что там в основном все дороже намного, и там в основном все не свежее, завалявшееся. Это поэтому вот в основном заходят люди, покупают табак, сигареты, какое-то пиво, вино. Они работают до 10 вечера. Ну, то есть вот жизнь другая, друзья, и все по-другому. А погода здесь у нас налаживается. Конец мая, уж слава богу, должно бы быть. Этот год нас почему-то не порадовал хорошей погодой. Вот, конец мая, до сих пор еще холодный ветер. И вечерами, вы знаете, просто очень бывает холодно. Вот ночью сегодня было 6 градусов тепла. Это просто поразительно для конца мая, для Англии. Ну вот и сейчас я была на пляже, и пришлось мне уйти, потому что очень холодный ветер пронизывающий. Ну а вообще, вот где бы ни гулял по нашим английским деревушкам, куда бы ни пошел, вот везде такие великолепные маленькие садочки. Вот это то, чем, в общем, славится Англия. Я говорила вам тоже вот такие вот некоторые особенности жизни английской, то что дети с родителями всегда живут отдельно. Вот посмотрите, какой флюгер красивый на доме. Оригинальный. Вот один, если вам видно. И вот там вот собака. Второй такой флюгер. Так вот, дети с родителями здесь жить не хотят. Давным-давно вот так повелось. Да и родители, вы знаете, по-моему, тоже уже вот вырастают дети. И как-то хотят жить отдельно. Не потому даже, что, вы знаете, они такие вот там богатые, или у них есть какие-то средства, чтобы купить дом для ребенка, или там какую-то квартиру, чтобы ребенок ушел. Нет. А просто вот наступает 18 лет, и человек уходит, арендует жилье. Это у них очень распространенное явление тоже, что вот молодые люди арендуют жилье. И стараются только вот жить отдельно, независимо от родителей. И это так принято, и это приветствуется. Странно, конечно, поразительно. Ну вот, а у них это так. И вот поэтому не удивляются сейчас уже никто, когда очень много сдается в аренду жилья, маленьких каких-то квартир, комнат. И все это вот снимают даже не приезжие, а чаще всего даже сами англичане снимают. Ну вот небольшой отрывок вот этого города маленького. Пембридж я вам показала. Сейчас я поеду еще в одно место. А у меня есть дела. Вот. А вообще хотела вам еще сказать, что я сниму для вас, вот у нас в июне месяце, очень скоро будет регата на острове, очень красивое мероприятие. Ежегодно проходит эта регата, и вокруг нашего острова Isle of Wight идут тысячи и тысячи яхт, парусников, катамаранов и красивых разных других кораблей. Вот позапрошлом году было 1500 зарегистрировано. Все это проходит красивейшее мероприятие. С 8 утра они стартуют в одном месте, потом идут потихоньку вокруг острова. И за ними едут на машинах все
где-то какие-то большие холмы, все заняты людьми, все смотрят, фотографируют, делают видео. Это грандиозный праздник опять, и все эти разноцветные у них, у этих лодок, паруса. И, в общем, их сопровождает даже вертолеты в небе, если мало ли что. И это такая красота, это так грандиозно. Я надеюсь, что я смогу вам снять вот эту вот великолепную регату вокруг острова Isle of Wight. И мы с вами вместе посмотрим. А на данный момент я свою съемочку закрываю, друзья. Всего вам доброго, увидимся. Пока-пока.